Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатипевица музыкальная. Да-да, мне мама в детстве говорила, что у меня голосок просто ангельский, как у настоящей оперной певицы. И сегодня мы находимся там, где люди каждый день ходят на концерты своих любимых певцов. Сегодня мы находимся там, где вместо школ, детских садиков, магазинов, больниц, вот этих полицейских участков, только ночные клубы и концертные площадки. И сегодня мы находимся там, где родители своих детей учат не стихам Пушкина, а вот этому рыбчанскому Моргенштерна. А, ну так мы это, в набережных Челнах получается, ну точно, я здесь в детстве была с подружками, мы приезжали на все концерты просто в этом городе, мы там Бритни Спирс, Леди Гага, Мадонна, там вот все вот это вот. В набережных Челнах Бритни Спирс, Мадонна и Леди Гага? Ты чё мне лапшу на уши вешаешь? Да я тебе серьезно говорю, прям все были они здесь. А почему Бритни Спирс? А кто сейчас смотрит этот ролик? Наверное, половина даже не знает, кто такая Бритни Спирс. Ну так, конечно, они тогда еще под что пешком ходили. Это вот это вот. Упс, I did it again. Вот это, вот это вот, ага. А на концерте Билли Айлиш ты была? Да, и Билли Айлиш тоже тогда еще не родилась. Всю жизнь мечтал сходить там на концерт там Эминема, допустим, он в Россию не приезжал. Оказывается, то, что он приезжал, каждый день приезжает и в набережные Челны. Слушай, так в набережных Челнах, наверное, тогда жить лучше всего. Каждый день какие-то тусовки, ночные клубы, дискотеки. Да, так и есть, это вообще тусовочный город. Самый-самый тусовочный. Тук-тук-тук. Ага, все работает. 3-4. А где же ты, где? У козла на бороде. А бог Майнкрафта, ты приди. А я тебя вот это вот полюби. Это самое, а? Не, не найдется так? Ну, вдруг на песни, на мой ангельский голосок придет. Мне кажется, если он и услышит твое пение, то наоборот уйдет от нас подальше, и тогда мы точно его не сможем никогда найти. Ты вообще где микрофон-то откопала? Ты сейчас с помощью песни бога Майнкрафта хотела призвать? Да, он бы услышал меня, вот этот прекрасный мой голосок, как из детства мама говорила, и пришел бы. Если он тебя услышит, у него рано или поздно кровь из ушей пойдет от такого пения. Ты как бы, Катя, вот это, погоди. Бога Майнкрафта-то мы, может, в этой серии не найдем, зато посмотри туда, что мы опять с тобой нашли в самом начале. Ну это по-любому ночной клуб, вот это вот, Чебоксар, нет, какой-то мы не в Чебоксар. Набережные Челны, это точно да. Вот этот ночной клуб? Там, походу, дискотека прямо сейчас проходит. Я пошла туда тусить, пока. Ну, хоть бог Майнкрафта нам и сказал то, что мы сегодня с тобой в набережных Челнах, но я тебе честно скажу, я вообще не тусовщик. И вот эти ночные клубы, дискочи и вот это жопотряски я просто терпеть не могу. Поэтому что-то я даже не хочу, Кать, сюда заходить, в эти набережные Челны, честное слово. Ну ты погоди, погоди, в любом клубе есть VIP-зона, там, с диванчиками, где нет вот этих вот локтей толкающихся. И все, может, мы сейчас с тобой приобретем тут это два билетика? Ну, если сегодня будет какой-то концерт, неважно кого, то я пойду на этот концерт, потому что, ну, в связи вот с этой всей жопой, которая происходит в мире, наверное, все люди сейчас мечтают, чтобы пойти на какой-то концерт, потому что уже все, наверное, заколебались дома сидеть, не? Я тоже так считаю, я прям сейчас бы прям попрыгала на танцполе, такая, уху! Ты подойди сюда и посмотри, что у них на грядках растет. Так, тут у нас пшеница растет, пшеница, тут скрипка растет, тут гитара электрическая растет, снова пшеница, снова так скрипка, ну, неплохо, музыкальный город. Типичные вот это набережные Челны, вместо пшеницы у них гитары растут. Так, окей, давай делаем так. Ты в один дом, я в другой дом, смотрим, что там находится, и потом встречаемся здесь в центре, хорошо? Давай. Я вот в этот. Давай, давай. Так, тут у нас граффити, тут у нас... Я магнитофон нашел, вот это, микрофон нашел и танцевальную площадку какую-то нашел. А в сундуке у нас находится гитара. Я нашла 5 арф. Кого ты нашла? Ну, арфа, знаешь, такая... 5 штук целых. А ты посмотри, что я нашел. Браво, просто браво. Окей, давай в другие дома, ты вот сюда... Ах ты собака!
Да я просто молчал, я же тебе даже ни слова не сказал. Так, посмотри, посмотри на стены. Тут на каждой прочистке стенки какие-то граффити нарисованы. Так я говорю тебе, тусовочный город. Тут прям все веселятся, там вообще потом выходят после концертов. Давай вот это вот отыгрываться на стенах. Ой, а можно мы к Мафинке подойдем? Я хочу Мафинку посмотреть. Мафинка, пошли к Мафинке. Кать, ну у нас точно сейчас другие есть дела. Нам по домам надо пройтись, вот разъяснить, что здесь за ситуация вообще в городе происходит. Вылези с этой тарантайки без колес. Мафинка. Вылези. Ой, ну ты такой скучный, пипец. Мы в тусовочном городе, Катя, какая машинка? Нам надо разобраться, что здесь происходит и зачем мы с тобой вообще сюда попали. Здесь пианино или фортепиано, или как это вообще называется. В сундуке у нас 3 арфы находятся. Слушай, нам нужно это забирать или не нужно? Я не знаю, забирай тогда, что в этом сундуке находится, я пойду тогда в другие дома посмотрю. Я арфу заберу себе, я давай, очень всегда хочу забирай. На арфе играть. Так, здесь я был, здесь дом пустой, здесь у нас... Вот это фортепиано вроде называется, если я вот это не ошибаюсь. И в сундуке у нас пусто. Наверное, ты уже что-то забрала отсюда, да? Так, здесь нет. У нас... Кать! Ой-ой-ой-ой, что там такое? Блин, меня житель запер в доме, помоги! Ты где? Ну, выйди иди сюда! Я, походу, нашел вот этих местных тусовчиков, вот это набережных Челнов. Ну, наконец-то увижу истинных этих набережных челночковских жителей. О, круто у них тут. Вот, в переулке стоят. Слушай, ну так может мы сразу к ним пойдем и постараемся выяснить, что у них вообще в деревне произошло в городе. Ну да, я уже хочу на концерт на каком-нибудь. Давай спросим, кто у нас сегодня по репертуару там выступает. Может, ты давай, уже или кто-нибудь. Давай, еще. Может, реально сегодня какой-то концерт у них будет. Здорово, мужики! Добрый день! Мы тут как бы не местные, ну, она здесь была, моя девушка, на концерте Леди Гаги, там давным-давно в детстве. Кто у вас сегодня выступает, а, мужики? Да, как там, ну, билеты где купить? Это наша точка, ты чё на наш район залез? Да мы не залезли на ваш на район, это, мы просто узнать концерт, где сегодня будет проходить. Это, мы вообще случайно сюда попали. Проваливай, шкет. Это вот кого шкетом-то назвал, тебя или меня? Наверное, на собой. Так, слушайте, мы в ваш город вообще как бы попадать не хотели, на бог Майнкрафта нас сюда прислал, чтобы выяснить, что у вас здесь происходит. Так, мне кажется, у них ничего здесь не происходит. Они просто здесь тусуются возле мусорных баков, вот с гитарами, с микрофонами. Ты бы туда так не заходила, то мало ли что быть-то может... Может быть это... Да мы уже уходим, молодой человек, это... Уходим. Ладно, пошли. Ну и вы извините, мы тут мешать вам не хотели. Если что, мы на ваш район не забирались. Пошли ядрить-то колотить. Ну что-то честно тебе скажу, какие-то вот эти набережные челночевцы какие-то не очень приветливые. Странно, из-за чего они такие злые-то? Я не могу понять, что концерт что ли отменили? Зайди сюда, зайди быстро, пока я тебя здесь... Я вообще ничего не понимаю, чё они жизнью-то так недовольны, эти местные жители, они же в набережных челнах живут, у них тут каждый день концерты, ходите на тусовки, веселитесь, они ходят с этими автоматами, чуть нас только что не кокнули в этом переулке. Да ты не мороси, ты лучше вообще вокруг города-то оглянись, ты вот видишь хотя бы хоть какой-нибудь намек на какой-нибудь концерт, вообще ничего не понятно. Гитары растут, мужики голые бегают, с автоматами бегают, все стены разрисованы, машины без колес. А это что там? Так это вот сцена, которую мы с тобой вначале даже не заметили. А там, Маринка стоит, походу. Что, у Маринки концерт, что ли? Маринка петь умеет? Слушай, так а может реально Маринка у нас певица, и просто сегодня у нее концерт, а жители немножко взбунтовались, потому что, ну, не такого они хотели. Так, тогда давай мы с тобой сейчас проберемся на сцену и расспросим Маринку. Все, давай. Слушай, если она твоя как бы подружка из детства, почему она тебе никогда не рассказывала? Вы в нас не стреляйте, Дрикалдин! Почему она тебе никогда не рассказывала то, что она петь умеет, а? Ща мы все у Маринки уточним, я по-любому уверена, что сейчас карты все раскроются. Марина, здравствуй, Марина, ёпрсте, как попасть-то на эту сцену? Марина, пусти лестницу-то, спусти, Марина. Марина, как попасть к ней? Марина, ёпрсте. Так, если она звезда этого города, ты к ней туда никак не попадешь, ты разговаривай с ней как фанатка, вот так, снизу. Я с Маринкой как с фанаткой разговаривать не буду. Марина, ну-ка сюда, спустилась быстро. Спустилась сюда, ты что ведешь себя как зазвезделась, походу? У тебя концерт, что ли, сегодня, ты поешь? Гонишь, что ли, Марин? Ё, просто билет покажи свой. А, серьезно? Это какая-то ты пришла на концерт, а не у тебя концерт. Все, я все поняла. Так а где концерт? Мы тоже хотим. Где билеты купить? Где вот это все?
Да ладно. Да не может быть такого, Марин, прикинь. Прикинь, она тоже билет купила. Она купила билет на несуществующий концерт. Его не будет сегодня. И вообще их уже не было 4 месяца. Люди негодуют. Так концертов не было, потому что карантин и дрыч колотить на какой билет тебе продали на концерт, если концерт проводить нельзя, карантин в мире. Маринка, это мошенники были, пусти деньги вернут, ага. Так вот оно что получается. Так жители города негодуют, потому что они все напокупали билеты на концерты, а их обманули, концертов-то нет. Вот оно что значит в набережных челнах. А вон еще один, это обманутый покупатель стоит. Тоже на концерт приперся? Мистер Крипер тоже на концерт! Слушай, Катя, вот это посоветуй ему, вот это как возместить ущерб. Посоветуй сам себе хорошо. Слушай, это не к нам, напишите в службу поддержки, вам там должны вернуть деньги. Мы тут ни при чем, мы не организаторы концерта, Кать, кокни его, пожалуйста, или Маринка, ты что-то сделай. Вот кокни ты его, у тебя пистолет есть, кокни. Ну слушай, а что нам тогда делать? Если бог Майнкрафта нас заслал в эту деревню, что он от нас хочет, чтобы мы людям деньги возместили? Да у нас денег-то даже нет, чтобы всем вернуть. И тебе, Маринка, тем более за вот эти билеты от мошенников. Вот мне кажется, просто отсюда надо тогда сваливать, мы здесь ничего не сможем сделать нормального. Можно минуточку тишины? Стоп! Чуть-чуть на паузу поставьте. Ну так вот, местные музыканты. От нас вы что хотите? Вы сами себе концерт можете устроить. И билеты как раз таки сможете вернуть, а? Я поняла, я все поняла. Можешь просто дальше не продолжать. Короче, ну как ты думаешь, зачем мы здесь еще нужны? Вот просто логически подумай. Чё ты горила там? Я говорю, логически подумай, зачем мы сюда пришли. Реально хочешь деньги им, что ли, всем поотдавать за билеты? Нет, конечно, они просто хотят, чтобы мы им спели. Мы им спели? То есть вы хотите, чтобы мы вам концерт сделали? Я думаю, что это жест, да. Мужики, я все, конечно, понимаю, но с нас такие музыканты, Катя, вот вообще, когда поет, у меня кровь из ушей чуть ли не идет. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог, шла босиком, не жалею ног, сердце ебать, смотри, им нравится, им нравится! Дурдом. Вернись! Ну что, ну ты стой, постой! Ну надо же людям-то помочь. Ну, они уже давно не слышали никаких концертов. Ну мы-то с тобой петь умеем. Ну пойдем что-нибудь сбацаем быстренько. Кать, у нас нет музыкального образования. Я понимаю то, что люди опечалены, концертов нет, карантин сраный, весь 2020 год всем испортил. Ну мы-то с тобой не певцы, они нас тухлыми вот этими яйцами забросают, если мы с тобой петь начнем сейчас. Слушай, половина российской эстрады нет музыкального образования. Ничего, поют же. Мы чем хуже? Так у нас с тобой ни одной даже песни нет, чтобы им спеть. Чё мы им петь-то будем? Давай кавер какой-нибудь возьмем, давай другую, чью-то чужую песню споём, да а? Нет, дрыть, ты колотей! Ну ты-то почему всегда так вовремя подкрадываешься? Ну, Катя, я не знаю, чё-то, я немножко... Пойдем, все, не мороси, пойдем петь. Да, я не моросю-то, я ничего не моросю, но я немножко стесняюсь, я просто никогда на публике не пел. Да мы здесь первый и последний раз споем и уйдем, они отстанут от нас. Все, пойдем быстро. Молодые люди! Вы точно хотите, чтобы мы вам спели? Не поздно пойти домой, уже ночь на улице, можете вздремнуть. Ну да, если вы билеты купили, значит... Слушай, Кать, а мы как раз-таки в домах видели кучу инструментов. Там барабаны были, микрофоны. Мужики, так может вы сгоняете за инструментами? Мы пока с моей девушкой подготовимся. Тогда давайте, побежали, помогите нам. Мы сейчас тогда, Катя, с тобой придумаем какую-то песню, вот это... Собака писала, собака какала, собака села и заплакала. Я распеваюсь просто. Ну что ж, это звездный час настал, как говорится. Мы вот уже с тобой в костюмах там после гравировки, гримировки. Это я типа рэпер какой-то или чё? Типа того. Ты же умеешь читать рэп, да?
Ну, я как не уверен. Ладно, так, подожди, микрофон. Давайте вот сюда поставим микрофон. Так, подожди, ты тогда или на гитару иди, или будешь барабанником. Иди садись за вот эти, за барабаны. Да ты попробуй сначала распейся, распойся, там, выпейся, ну. Это проверка, проверка звучания. Меня слышно? Все слышат меня, да? Слышно тебе уже, давай быстрей. Я не фанат, конечно, но народный хит, покоривший души всех людей ближайших стран, где мы с вами проживаем. Так, Кать, давай там битбокси. Давай. Это... Как дела? Как дела? Ио, просто ты дурак, что ли? Это... Перестань! Это новый Кадиллак! Уйди отсюда! Делай деньги, делай деньги! Нет, постойте, бля, сейчас кофе! Я не с ним, я не с ним! Стоп! Это я просто распивался, у меня полсердечка! Успокойтесь, пожалуйста, сейчас меня когтите! Ядрить ты... Ну я же тебе говорил, что это плохая идея, Кать! Ты не пой вот это вот, ты давай что-нибудь авторское, там, сам забацай, ты же умеешь. Ничего, фристайлить, я что, на рэпера похож или что? Похож, все, давай я за барабаны стою, я тебе бит задаю, давай. Все, молодые люди, простите, пожалуйста, это неудачная неудача была, Катя, я не умею. Все, погнали, 3-4, вообще времени нет, все, люди ждут, давай, раз, два, три, четыре. Она разминается, брат. Ты по столу сейчас стучишь? Да. Хорошо. Все готовы? Ну тогда аплодисменты, пожалуйста, мы с вами начинаем. Катя, давай, за битбокси там что-то. Все, погнали. И... Кто может яйца взять, куриные пожарить, посолить и поперчить, на тарелку зафигарить? Катя Эдисон. Возьми трусы, постирай их, надень на бошку, постригися. Если ты наш хитер, Чукча, лучше сразу обосрися. Катя Эдисон. Ты на канал не подписан, лайк не поставил, коммент тоже. Мы откусим тебе нос, лучше будь ты настороже. Катя Эдисон. Наш концерт лучший в мире. Мы сегодня всех зажарим. Не стесняйся, двигай жопой, пока мы тебе ее не надрали. Катя Эдисон. Fuck you, motherfuckers! Вот это... Ты сказала симпровизировать? У меня истерика. Зато им, ты посмотри, как хлопает молодой человек. Ему походу понравилось. Так, я предлагаю... Это хорошо, что они хотя бы нас помидорами не закидывают. Господи, я вспотел 10 раз. Хорошо, что помидорами не закидывают, но, наверное, надо сваливать. Концерт мы как бы провели, да? Да, пусть танцуют, пока это бит идет. Сейчас я поставлю его на повтор, вот это вот. Пойдем. Пошли нафиг отсюда. Это самое главное. Вы, если что, там автографы не просите. Мы не даем, конечно, еще пока что автографы. Но вы приходите на наши следующие концерты. Потом, когда? Когда наш следующий концерт, Катя, кстати? Я никогда, у меня сейчас никогда. Голова закружится. Следующий концерт никогда. Ну а чё, как бы? Катя Эдисон. Слушай, мне даже понравилось. Может, мне все же как бы реально рэпером стать, не? Как ты думаешь? Забудь эту идею.